Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео я сегодня вам расскажу про свой новый и, надеюсь, окончательный бас. Давид, чем мне приехал вот этот вот замечательный красавец? Это а, джаз бас 93 -го года, сделанный в Японии, модель а, 62 год. А, в общем, а, как вы уже видите, цвет санберст, два сингла, а, палисандровая накладка, все а, стандартно, но когда он мне приехал, я немного расстроился, потому что состояние у него было запущенное. То есть видно, что на нем давно не играли, видно, что он был заброшен, так сказать, видно, что никому был не нужен. Но я видел в нем потенциал, я чувствовал, что этот инструмент, э, этот инструмент, он еще, так сказать, свое слово скажет в мире музыки. В общем, вот этот красавец. Э, Значит, почему я расстроился, вот я начал говорить, во-первых, когда он мне приехал, бридж был практически окисленный, не работали третья, четвертая струна, я не мог вообще вот эти шашечки регулировать, не работал практически бридж, я даже задумался о его смене. Далее, что еще снимки, проблем не работала ручка тона просто не реагировала ни на что. Далее, соответственно, все звенело, все гремело, струны были в ужасном состоянии. Я понимаю, что струны вроде поменять это не так сложно. Взял, пошел, купил струны, это не проблема. Но неприятность на осадок, это все вот накопилось во мне немножко. То есть, как сказать, вот это все дало свой вот этот, оттенок негатива немножко, что бридж не регулируется, не работает ручка тона, лады, в общем, в плохом состоянии, струны убитые просто, ну вообще невозможно играть, был черные аж струны. Одна, кстати, у меня в итоге и она оборвалась, собственно. Вот, ну сейчас я поставил новый Арнибол. Вот, значит, я расскажу. Отдал я его на восстановление мастеру своему. В общем, пришел к нему, говорю, Алексей Викторович, в общем, больше я вам не принесу басов, я хочу точно вот окончательный инструмент, не хочу больше вот это заморачиваться, в голову это все брать, это все бесконечные вот это поиски волшебных звуков и так далее. В общем, сказал, что последний, он мне сделал, проделал отличную работу. В общем, сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями, рассказать про этот бас, послушаем, собственно, его звук, я расскажу вообще, поподробнее то, то насколько я эту всю тему понимаю итак начнем с самого сложного самого серьезного на мой взгляд это гриф это лады и здесь все было в платежном состоянии были ямы э, на ладах в районе 5 3 лада но для старых инструментов это в общем то если они не обслуживаются если они в таком э, заброшенном состоянии это нормально потому что опять же человек играет постоянно к примеру в одном месте в позиции ну чаще всего например в позиции вот 5 3 лада естественно со временем будут появляться ямы и э, лады будут неровные, соответственно, появится, появится звон, появится какие-то нестрой, не дискомфорт, какой-то зуд и так далее. В общем, ну здесь это все было прям в плачевном, играть было сложно, при том, что даже не зависело от того, насколько высота струн. Все равно струны зудели из-за того, что были вот эти вот сильные неровности на ладах. Опять же, это все было исправлено, все это выровнено, все это отполировано, и теперь играть вполне себе комфортно. Далее у нас электроника. Здесь также все было плохо, также меня это расстроило, не работала ручка тона. Согласитесь, как бы мало приятного в этом. То есть ты получаешь инструмент, а то и все и не работает, и ты расстраиваешься, понятное дело. В общем, с электроникой здесь было все так же запущено, все было окислено, все надо было чистить, все надо было перепаивать. А, в общем, ну сейчас все сделано нормально, сейчас все работает. Ручка тона, вот, например, я ее убираю. А... Соответственно, добавляю. Вот так вот работают оба датчика с электроникой. Все сейчас путем, все сейчас отлично. Далее, бридж. Бридж меня вообще больше все расстроил. Не регулировались третья и четвертая струна по высоте. То есть сами вот эти внутренние винты уже. Не знаю, какой-то коростый просто заросли, даже нельзя было ключ ставить настолько. Это все, я же думал даже на самом деле заказывать новый бридж. Э, то есть еще тратятся, еще какие-то деньги. Э, но, ну, опять же, мне мастер все исправил, поменял. Мне внутри даже э, на четвертой струне, на м, бочонке, вот эти винты поменял. Э, один, правда, немножко такой короткий оказался, но все равно он работает. По крайней мере, я могу как бы регулировать. Э, вот. Также все это снял, очистил, от, отмочил в каком-то растворе специальном. В общем, теперь нормальный винтажный бридж. Не идеальный, но для старого инструмента, которому 30 лет э, очень даже все нормально работает. Я, честно говоря, думал его выкидывать этот бридж, уже покупать, уже даже на сайты заходил, уже рылся там, смотрел, что-то пытался заказать. В общем, но ну, в итоге получил как бы восстановленный нормальный бридж, Старые винтажные фундера очень часто справедливо хейтят и ругают за анкер. Что я имею в виду? К примеру, у этого инструмента Изначально, чтобы отрегулировать прогиб грифа, покрутить гайку анкера, нужно открутить вот эти все э, шурупы, соответственно, снять гриф, потратить очень много времени, сил, нервов, э, потом опять прикрутить. В общем, понимаете, что это настоящее испытание, настоящее, не знаю, приключение, можно так сказать. Не каждый на это решится даже. Не каждый осмелится на такой серьезный шаг. Здесь же мне специально сделали, я попросил у мастера, он мне специально сделал выемку под ключ анкера, то есть этот конкретный инструмент не нужно откручивать. И проблема, собственно, решается. Это очень удобно. И не просто он мне сделал тут выемку под ключ, и также изготовил специально э, такой же э, плоский ключ, вот он, не знаю, видно, не видно, он вот такой вот, специально мне заточил, чтобы можно было регулировать, не снимая, собственно, сам гриф вот таким вот образом я могу запихивать вот сюда видите он собственно вот так вот будет регулироваться отличная вещь в общем я супер доволен очень приятно такие вещи как бы бонусом я даже не ожидал я пришел уже за инструментом думал ну как бы я договорился, чтобы он сделал ну думал я буду обычный отвертку себе крутить которым дома я пользуюсь но он мне специально сделал такой ключ который можно собственно вот так вот еще под углом Делать, что удобней Не надо специальные ключи покупать, которые стоят довольно недешево Для японских инструментов и а для американских Как раз под такой шлиц и регулировку вот этого анкера В общем, приятный бонус, приятное дополнение В общем, я счастлив, можно так сказать При том, что сделано очень культурно Он прям очень красиво, даже не скажешь, что здесь выемка То есть под цвет, я не знаю, может быть он там как-то подкрасил или что, вот это я не уточнял, но выглядит очень красиво. И, собственно, это очень классно, что мне теперь не придется откручивать вот этот вот бесконечный гриф и регулировать анкел. Еще один момент, который хочется отметить, здесь э, пигард, он от американского э, фендера, э, в общем, здесь вкрутили его как попало, наделали дырок, э, я специально уже снимал, здесь по две дырки э, в некоторых местах, потому что э, пигарды разных моделей, они не совпадают, собственно, по дыркам, э, что, конечно, тоже не очень приятно, но на самом деле это можно тоже решить, например, заклеить дырки изолентой черной, будут красиво смотреться, вот, но... Опять же, я пока не хочу снимать, но я думаю, что потом я пигард сниму, буду без пигарда. Вот так вот. Также, что касается электроники, заявлено, что здесь американские датчики, не знаю, это сложно проверить, как, как вот нереально проверить, американские или не американские, но датчики хорошие, я уже записывал, вот к этому видео записал Риф, вчера уже записал на Бусте специальное видео, эксклюзивное, с фразами, вот, так как раз на этом инструменте я уже понял, что здесь как бы серьезные датчики, довольно громкий инструмент, выхлопной, довольно детализованный звук такой, вот он здесь, прямо перед тобой, как бы, датчики здесь хорошие. Вот. Но, опять же, инструмент у меня около двух недель. Я еще с ним, так сказать, еще не сдружился до конца. Еще к нему не привык. Он ко мне не привык, а я к нему не привык. То есть нужно еще должно пройти время, чтобы мы, так сказать, друг друга узнали получше, адаптировались. И э, я думаю, что э, я думаю, что должно еще какое-то время пройти, чтобы я все окончательно понял, что касается звука. Но пока что результат мне нравится, и вот то, что мы восстановили с моим другом-мастером вот, это, вот этот замечательный инструмент, который был довольно в таком, опять же, ну, не в играбельном состоянии, и бридж не регулируется, ручка тона, как бы, и лады, вообще, как бы, все, ну, невозможно было играть. Мы, как бы, восстановили это все без каких-либо, там, дополнительных затрат таких серьезных на покупку, там, бриджа и так далее. То есть, я очень доволен результатом. Вот такой прекрасный джаз-бас, прекраснейший звучит. Э Абсолютно топовый, топовый, классный джазбас. Опять же, повторюсь, классный лак желтый. Я люблю вот этот, когда винтажненький желтый лак. Причем, если сравнить с моим присиженным, там больше лак, он прям блестит такой весь здесь, лака поменьше, он более матовый. Я думаю, это как бы даже лучше для звучания, когда меньше лака. Как-то более по-винтажненькому это. Также здесь вот для ремня есть, Вы знаете, на японском вот это бывает стандартная тема. Я не буду ее снимать, пусть будет такая, как бы, напоминание. Напоминание, не надо снимать, пусть будет на месте. Хотя многие откручивают. И он здесь, опять же, дырка некрасивая. Зачем портить? Как бы оно все так задумано изначально, инженерной мыслью. Зачем это все портить и бридж тоже э, не хотел я покупать многие опять же я знаю меняют бриджи вот эти винтажные они как бы не особо ценятся их обычно стараются заменить но я не хочу менять я хочу как бы чтобы все было в оригинале чтобы э, все было как 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 изначально задумано. поэтому я рад что пришлось э, не пришлось покупать точнее бридж вот новый я бы не хотел этого. хотя можно было купить круче бридж там с регулировкой э, расстояния между струн вот эти вот как бы без проблем но не хочу этот бридж как бы удалось восстановить это уже э, классно Далее, вот тут, кстати, такой японское ноу-хау, тут земля идет, видите, прям э, такая металлическая, медная, наверное, пластинка идет от бриджа к датчику, это земля, такое, не знаю, на японцах встречается часто такая тема, но ну, не только на, на японцах, на самом деле, но чаще всего, обычно такая, эта земля идет внутри корпуса, вот, здесь она, как бы, такое вот ноу-хау, э, не знаю, ну, часто в винтажных инструментах можно встретить. В заключение чуть не забыл про материалы, про корпус, про гриф. Не знаю, насколько это важно. Но, и, но есть люди, которым нравится об этом поговорить, которым нравится такая информация. В общем, корпус здесь из альхи, не липа. На старых джаз-басах японских чаще встречается альха, классическая классическая альха. Но ну, опять же, я знаю музыкантов, бас-гитаристов, даже очень профессиональных, которым нравится липа. Почему нет, как она звучит? вот. Липа уже часто встречается на более новых, современных. Далее, накладка палисандра классическая, темный тут, качественный, видно, что качественный палисандр, близкий прям к черному дереву по, по оттенку. Когда, кстати, инструмент приехал, я обработал лимонным маслом, когда менял струны, потом уже, ну, в общем... И она прям, когда лимонным маслом ты его обрабатываешь, Прям черно-черное становится, как как практически черное дерево. В общем, качественный палисандр, темный темный. Сейчас, конечно, такой найти крайне сложно, разве что на каких-то костомовых инструментах такой качественный темный настоящий палисандр. Ну и гриф, соответственно, клен. Здесь никаких новостей, я вам э, никаких сюрпризов не могу вам тут дать, так сказать. В общем, все по классике. Вот на этом все. Надеюсь, что ничего не забыл. Все рассказал, что хотел. Вот. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно также делитесь вами, своим опытом. Может быть, у вас как-то вы встречались с такими старыми инструментами, восстанавливали, какие были проблемы, на что стоит обращать внимание. Может быть, я что-то опустил, какие-то подводные камни. Вот, но инструмент меня порадовал звуком, э, меня порадовал ощущениями. Тут гриф такой, знаете, я боялся, что гриф будет э, вот старый, винтажный, такой толстый, вот такие бочонки, когда еще были. Мне не нравятся какие-то бочковые грифы эти. Мне нравятся больше плоские, по поудобней. Но здесь оказался такой довольно таки удобный гриф. Вот так, вот такая у меня сегодня для вас была инфа, дорогие друзья. Рассказал про свой новый инструмент что он из себя представляет, что я вообще тут сделал, какие ощущения. Не забывайте подписываться на канал, заходите на мой бусте там уникальный контент выходит, которого здесь нет. Заходите в Телеграм, заходите в группу ВК, подписывайтесь, следите за новостями. А на этом сегодня все. Всем любовь, доброта, всем пока.